Ехали, ехали, припарковались. Марьянка в туалет захотела. А я смотрю, тут что-то интересное растет. Подходим ближе, а это хурма. Представляете? На самой Сирии. Настоящая хурма. Но это еще не совсем спелая. Не совсем спелая, поэтому... Ну вот, дерево хурмы. Оп. Ну как? Сладкая, даже не вяжет. Клево. Сейчас я попробую. Ну все, будем пробовать.